Всем-всем огромный привет, с вами Марина, и сегодня хочу вам показать свой заказ по апрельскому каталогу Avon. И кому интересно, присоединяйтесь, пожалуйста, к просмотру. Но начать я хочу с посылки от моего менеджера, который мне прислали за мои достижения. В общем, с менеджером нас разделяет практически вся Россия. Так уж вышло, что я нахожусь в команде питерской группы, так скажем, дивизиона питерского. И мои координаторы, менеджер, они от меня далеко. Но вот меня тоже отметили за мои достижения и прислали мне коробку. Ну, коробка, как всегда, у нас Avon, но прислали они ее в... В общем, сверху была пакет упаковочный, почтовый, и вот что мне прислали. Давайте смотреть. Мне прислали жилетку. Вот такую жилетку Avon. Очень красивый градиент, прям мне очень понравилось, размер L. Все спросила у меня мой менеджер и прислала мне вот такую красивенную просто жилетку. Я очень рада, тут вот такой розовый цвет, здесь вот фиолетовый, очень красивая. Дальше кепку мне положили, здесь значок, но он, конечно, отстегивается, можно его куда-то пристегнуть. На другое я все уже померила, все мне подходит, все классно. Ну, давайте дальше. Вот здесь у меня такие брошки. Посмотрите, какая красивая брошка мне прислали. Тоже прям я довольна. Это все равно внимание. И таких вот две брошки еще в таких красивых пакетах. Спасибо огромное. Дальше. Это маски Планета Спа. Вот такие. Сокровища пустыни. Три штучки. Три маски. Тональный крем был также мне прислан. Вот такой оттенок нюд. Я правда довольна, потому что это действительно классно. Так, здесь я вижу увлажняющую губную помаду, матовую ультра. Шарики тоже с эйвонской такой, знаете, символикой. Видите? Вот такой розовый, фиолетовый. Так. Дальше ручка. Теперь у меня будет ручка Avon. Буду ей писать заказы свои. Классно. Спасибо огромное. Так, ну что здесь? Сыворотки. Это все пробники. Это очень-очень важно. Буду тоже своим клиентам вкладывать, тем самым увеличивать свои заказы. Вот такая сыворотка Enyu. Максимальное сияние. Это рекрутинговые листовки, которые даются... высылаются всем бизнес-партнерам. Так что, девчонки, если вы еще не представитель компании Avon, то присоединяйтесь к компании. Действительно, можно зарабатывать, действительно, можно расти, увеличивая свою команду, можно увеличивать свой доход и вот получать такие уже хорошие подарки. И если вы регистрируетесь в период компании 5, получается, который у нас действует с 1 мая по 31 мая. Размещайте свой заказ на 1200, автоматически вы получаете скидку 30%, и уже в июне вы заберете вот такую классную просто водичку и в Confidence, либо и в True, которая просто вот и в Confidence у меня из вот таких дорогих самая, наверное, продаваемая парфюмерная вода. Так что быть с компанией Avon выгодно, и кто бы что ни говорил, я всегда говорю, что компания Avon своих представителей балует. Сыворотка корректор морщин с ретинолом. Вот такой просто огромный у меня здесь пакет пробников. Кстати, такие пакетики получают новые представители, если они их заказывают. И можно их получить не один. Тут также есть гид к набору пробных образцов. Так что вот такая вот вещь. Дальше. Очень много у меня здесь... ну вот еще маски здесь есть, такие Планета Спа. И очень много именно лифлеток. Это вода This Love. Она мне очень нравится. Я сейчас пользуюсь этой водичкой. Прям такая классная вода. И вот я уже на нее получила заказ. На эту воду. Именно когда девушка от меня услышала эту воду. Вот тут очень много их. Прям всем буду раздавать, своим клиентам. Спасибо огромное. И вы знаете, есть еще не только вот, вот с такой, то есть с пробником, а есть еще вот такие, где можно потереть
открытку. Ой, буду тоже вкладывать своим клиентам в заказы. Вообще, вот это классно, это здорово. Это прям вот с пожеланием, с таким. Если еще напишу что-нибудь там от себя, вообще, мне кажется, клиентам будет, ну, приятно, действительно. И посмотрите, сколько много здесь у меня их, открыток этих. Это классно. Так, что еще у меня здесь есть? Куда положить, уже не знаю. Так, еще вот такие ив водички. Тоже Лейсан Утяшева у нас здесь. Еще здесь вот у меня такие с пробничком тоже открытки. Еще одна сыворотка. Тут можно на этих сыворотках, на одних, сделать у меня уже полностью процедуру, все процедуры. Но тут еще это пробники. Но тут пробники уже другие. Я смотрю, вот НКД Essence у меня есть. Прислала мне любовь. Вот такой блеск для губ. О, какой красивый. Вообще, спасибо огромное. Так, это блотеры для тестирования парфюмерной. Ну, вообще воды любой, туалетной и не туалетной, парфюмерной. Так, это Шик, это губная помада увлажняющая. И здесь у меня кисточка для нанесения помады. Я прочитала, что за кисть. Вот, вот такой, девчонки, у меня пришла мне такая посылка от моего лидера, от моего территориального менеджера. Огромное ей, огромное спасибо. Я, конечно, очень рада, потому что получать такие подарки действительно здорово. Я сейчас все это уберу и начнем уже смотреть заказ, что же мне пришло в заказе. Так, ну что, поехали дальше. Давайте смотреть по заказу. Начну я с клиентского заказа, потому что он такой получился достаточно объемный, а потом уже скажу, что же я взяла в наличие. Так, у меня активизировалась одна клиентка. Взяла она вот такой шампунь восстановления в объеме 700 мл. Мгновенное восстановление сухих и поврежденных волос. Вот такой взяла она у меня шампунь. 360 рублей стоил этот шампунь по каталогу, но я его приобрела, в общем, по акции, где при покупке 25 средств можно было получить скидку 40%. Я воспользовалась этим предложением и тоже приобрела некоторые товары в наличии. Но сначала к клиентскому заказу. Сыворотка для волос защищает укладку от влажности. В общем, это тоже Advanced Technic линейка. 189 рублей стоили эти сыворотки в апрельском каталоге. Кстати, апрельский каталог вообще такой классный получился на акции. Еще одна сыворотка «Магия объема». Более густые, плотные волосы. Все это мне обошлось со скидкой 40%. Так, еще клиентка у меня заказала контроль над потерей волос. На самом деле она хотела приобрести еще в старой версии. Постоянно она приобретала у меня сыворотку «Сила кератина». Именно сыворотка спрей. Говорила, что дочкам, у нее три дочки, и она им на волосы, именно на кожу головы после мытья им брызгает. Но это сняли, то средство сняли, вот это вот вроде как ввели. Не знаю, посмотрим, какой будет ее отзыв на это средство. Так, еще одна сыворотка для волос. Это восстановление, способствует укреплению, восстановлению секущихся кончиков. Вот такая сыворотка. Так, еще термозащита была заказана, тоже 189 рублей, минус скидка 40%. Хорошая цена получилась. Так, дальше клиентка у меня заказала два геля для бритья женских. Вот такой, 159 рублей, тоже неплохая цена в этом каталоге была. И заказала она два, и берет уже повторно, нравится, видимо. Воспользовалась клиентка у меня акцией. За 269 рублей, кажется, такая была акция. Можно приобрести было два средства. Я вижу, что никто из представителей вроде бы как даже и не захотел приобретать эти средства, потому что всегда нам компания предлагает три средства, а тут два. Ну, она взяла цитрусовый заряд и душевное равновесие, пену для ванн. Цитрусовый заряд, кстати, она очень любит, его прям постоянно покупает. Так, я заказала, в общем, Xerias Recharge. У меня одна женщина попросила приобрести, и я заказала в наличие еще
парочку, точнее три штуки я взяла. Ну вот уже один у меня забирают, получается, по заказу. Один забрала клиентка, просит оставить, которая вот тоже делала большой заказ. И один у меня останется в наличии, но я думаю, что он не залежится, потому что ну, такой достаточно продаваемый аромат. Так, ну что еще из клиентского? У меня блеск для губ жемчужный. Вот так он выглядит, 259 рублей, не бюджетно, но клиентка заказала. И Супер Шок тушь, она ее постоянно приобретает, нравится уже на протяжении, говорит, многих лет, она пользуется только этой тушью. Ну и что, поехали к моему заказу, непосредственно к тому, что я взяла в наличие здесь. Я, так сказать, разгулялась, я набрала именно со 40% скидкой средства. Взяла я вот такой, это спрей для облегчения расчесывания волос. Из серии Frozen 2. Что здесь? Ну, в общем-то, тоже его либо буду продавать, либо в розыгрыш поставлю, если никто его не захочет приобрести. Так, и со скидкой 40%, девчонки, он обошелся. Так, сейчас я вам найду. Наверное, не найду так быстро, потому что достаточно большой заказ получился. И две счет фактуры, две коробки пришло. Ладно, не буду затягивать ваше время. В общем, давайте следующий, к следующему перейдем. Взяла я в наличии вот такой набор. Это шампунь и шампунь для волос с маслом кокоса. По 95 рублей они вышли. И бальзам-ополаскиватель тоже с маслом кокоса. Тоже участвовали в акции с 40% скидкой. Дальше. Жидкое мыло. Я приобрела вот такое Кеа защита и увлажнение 250 мл. Тоже буду либо продавать, либо еще что-то разыгрывать. Вот такая тканевая маска. Очень моя мама любит эту маску. Мам, привет огромный тебе, если смотришь. Я знаю, что она иногда смотрит мои видео. Она попросила мне оставить маску ей. Обязательно ей оставлю одну. Никуда не буду ни продавать, никуда. И, в общем-то, ей достанется она. Так, ну давайте следующую коробку я принесу и к вам вернусь. Так, ну что, поехали дальше. В общем, заказала я гели для душа по 149 рублей со скидкой 30%. 104 рубля обошелся каждый гель. Заказала я весенний букет. Ну, девчонки, он у меня лежал под самым низом. И коробка, когда, в общем, при транспортировке, видимо, открылся вот этот гель. И часть выбежала. То есть вот столько выбежало геля. Но я его оставлю себе, потому что у меня как раз сейчас заканчивается гель для душа в использовании, и я его решила оставить себе. Так, вот такой гель для душа экстрим, кстати, он тоже какой-то еще влажный, потому что, ну, я много чего промывала, кстати, но слава богу, воды тоже, они были в этой коробке, они не пострадали. Тоже 104 рубля со скидкой 30%, хорошая цена на гели для душа. Алоха Маной, кокоса цветок тиаре, крем гель для душа. Дальше. Из таких, из 500-миллилитровых, кактусовый перевал с ароматом опунции и пачули. Шампунь-гель для душа мужской. Вот этот, морская свежесть, с ароматом морской соли и влажной древесины. Гель для душа. Я его почему-то как-то больше приравниваю к мужским гелям. Еще я заказала сила притяжения. Освежающая шалфей и сандал. Вот такой гель для душа. Так, еще... Счастье с ароматом граната и фрезии. В общем, набрала я гелей, чтоб уж наверняка. Дивная сказка. Это, мне кажется, такой самый-самый. Вот сейчас на холода. Вот у нас еще очень холодно. Прям хорошо он будет. Гель для душа Кир Рояль. С ароматом малины и черной смородины. Энергия океана. Мята и морская свежесть. Это уже шампунь-гель для душа для мужчин. И поцелуй солнца. Тоже гель для душа с ароматом розового грейпфрута и абрикоса. Так, давайте дальше смотреть. Я за 339, кажется, была цена, заказала набор Naturals. Это бесконечная свежесть шампунь 2 в 1. За 137 рублей они выходят. 700-миллилитровый шампунь, хорошая цена. Тоже 40% скидка на них проходила. И взяла к нему вот такой спрей. Спреи выходят...
Девчонки, забыла, по какой цене. Честно, не помню. Уже сейчас. По 66 рублей выходят спреи. Так, еще я взяла против перхоти шампунь. Вот такой. Это мята и чайное дерево. И к нему взяла спрей. Коктейльная коллекция. Хороший такой. Получается, набор выгодно очень выходит. Особенно со скидкой 40%. Так, дальше. 40% скидкой я заказала вот такие два геля для душа. Морская лагуна в объеме 250 миллилитров. Тоже они были с 40% скидкой. Скидка на самом деле классная. Вот все-таки сделали комиссионную программу вот на эти средства. Это вообще здорово, я считаю. Так, заказала я еще ананас и чайное дерево. Это лосьон-спрей для ног с витамином Е 100 миллилитров. Ну, сейчас, мне кажется, вот как бы к лету прям актуально будет. Ну и что, прошлась я по линейке Advanced Technics. Набрала, в общем, я тут как положено, можно так сказать. Так, здесь у меня шампунь и бальзам-кондиционер восстановления. Вот такой. Выходит он по 109 рублей одно средство. Вообще здорово. 119 рублей. Так, взяла я еще драгоценные масла. Вот такой. Сейчас буду все фотографировать и своим клиентам выкладывать. Пускай приобретают. Так, сияние, превосходное сияние, шампунь и бальзам. Такая, девчонки, красивая, посмотрите. Ну, какая же красота, красивая очень упаковка. Даже вот на подарок очень здорово. И абсолютное питание, бальзам-кондиционер и шампунь. Вот, вот такой у меня получился заказ. И я поучаствовала в программе. В общем, можно было заказать аромат. И я заказала аромат Little Black Dress Sunset Sorry, наверное, не знаю, как он точно читается здесь, но все знают, что это замена, можно сказать, белого платья. Вот такой, девчонки, заказ. Пишите, понравился вам, нет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.